Я, бля, буду пышки ел. Пышки ел. Пышки. Ну что, ребятки, вот мы в той самой легендарной пышечной, которая открылась первая. В каком году? 1958. Вот. Вот цена пышек. Они по 23 рубля. Какие легендарные пышечки мы взяли и взяли кофе со сгущенкой. Поэтому, ребятки, кто будет там проходить... Короче, кто будет в Питере, надо посетить пышечную обязательно. Вот. А с тебя лайк, подписочка на канал. Удачи. Ребят, та самая пышка, та самая легендарная. Да и мужчинам тоже. Как бы знали вкус. Мне не страшно, я на работе. Вкус счастья просто. Так, все с белым порошком.